Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй. Сегодня мы поиграем в Shadow Fight 3, Багровый март. Участвуйте в событии на этой неделе, получайте трофеи и соберите уникальный комплект экипировки, ребята. Так что вот у нас комплект. Как видите, шлем, пожиратель грехов, броня, ну а это у нас есть. Кстати, надо себе улучшить бесплатно копье. Как говорится, на халяву уксус сладкий, поэтому делаем. Так, ну, цель визита у меня в игру сегодня немножко другая. Я хотел забить себе сундучки, ну и сделать ежедневки. Ну, а раз мы попали с вами на мартовский ивент, так что давайте, наверное, мы с вами его и глянем, что он из себя представляет и что у нас тут за враги такие будут. Эй, где-то я тебя уже видел. Ну, неважно, сейчас мне срочно нужна помощь с одним опасным заданием. Интересует? Проверим, с тобой мертвый лес неподалеку. В его глуши живут участники древнего культа смерти. Во! Усекли, ребята, а? Ну что, ничего не напоминает, а, ребят? По-моему, напоминает мне. И вам прекрасно это известно, что был у нас именно до этого, да, январский. Так что теперь у нас мартовский. Угу. Ну что, давайте тогда смотреть. Че будем теребунькаться здесь? Ага, влияет только ваш навык и редкость предметов. Дудки, ребята, дудки. Не только навык, блин. Так, ладно. Смотрим, сектант у нас здесь. Что за олух такой? Че он тут? Хе-хе-хе, распрыгался. Ну, судя по моим первым ударам, я думаю, что... Ох ты, гад вонючий, а? Да я его должен положить, ребят. Черт бы тебя побрал, вот гад, блин, вынул меч. Ай-яй-яй, грудину пробил. Так, слушайте, ну в рукопашку я еще сильнее, так что... Если я его... Опа, хорошо-то как. У-у-у, сынок. Пора тебе отдыхать, по-моему, братиша. Вот так вот, ребята. Ну это не... Ой, елки-палки, я же совсем забыл. У меня одна жизнь, а у них здесь 9, по-моему. Так что зря я радуюсь, конечно. Ух ты, уже с булавами, да? Ну давай, ой-ой-ой. Отдохни маленько. Опа. Не-не-не-не, не надо никакие теневые удары тут делать. Щет-щет, вот зря я чувствую, я это сделал. Так. Оу. Хорошо он мне дал. Так, ребята, опа. Слушайте, ну он, смотрю, по теневому-то вообще салага. Все, второго мы победили. Переходим к третьему оппоненту. И кто у нас здесь будет? Ну давай ты, елки-палки, что ты там грузишь 3 часа? Ё-моё. Матерь смерть. А, это самое главное. Ядрить тебя на коль... Да ладно ты. Вот она эта девушка-сектант. А? Я вам скажу, ребята, у нее какие-то уж больно агрессивные удары. Блин, и она постоянно стоит в блоке, я ее не могу пробить. Черт, да нифига себе. Ага, получила свое. Да что ты будешь делать? Она меня перехватывает, зараза. А ну-ка, сейчас, подождите. Да ладно, вот чего-чего этого я не... Да ты смотри, она... Она меня просто ухоркала, ребят. Я даже пикнуть не успел. Офигеть. Да, нежданчик, конечно. Ладно, мы потратили свою бесплатную попытку. Трофеи, конечно, ничтожные. Давайте смотреть бонусную карту. Ну и что же дадут мне? А, понятно, ребята. 28 карточек. В общем счете у меня пока 35. Ну что, наверное, давайте тогда престижный потратим еще попыточку. Тетеритериц. Ну, насколько я помню, здесь должны быть более-менее сложные ребята. Посмотрим. Так, ага, опять этот мечник. Понеслась. Так, ну что, начало неплохое. Неплохое, я вам скажу. Ага. Так, 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 успокойся. Блин. Ё-моё, нифига он мне вжарил. Так. Да ладно тебе, ты... Ребят, у меня просто нет слов. Одни эмоции, блин. Так. У меня есть теневой удар.
Да чтоб тебя разорвало там, мимо все, блин. Так, ну подходи сюда. О, это что? Ого! Ну ты прям как Шива, ё-моё, из Mortal Kombat. Прыгаешь, блин, здесь, а? Черт тебя подери, она меня сейчас, наверное... Ага, нет, кончилось, все, тебе не выходит. Не кончилось, ребят. Да ну это какой-то бред, ё-моё. Она мне ничего не дает. Отдохни, блин, зараза. Блин, у меня очень мало жизни, ребят, осталось. Я боюсь, ничего не успею сделать. Обалдеть, блин. Я успел допросить одного сектанта. Главную у них зовут Матерь Смерти. Надо разобраться с ней, чтобы разогнать этот цирк. Нет, родной мой, не получится у меня, к сожалению, разогнать этот цирк. А только лишь по той причине, что я не буду, ребята, донатить. Еще 30 карточек я получил. И в общем сложности у меня 65 их. Этого, конечно, очень мало. Так, бесплатные попытки завтра. А, ну я могу завтра еще поиграть. Ну, извините меня, от 2 до 50 это, конечно, очень мало. Так, а сколько у нас, смотрите, 700, 900, 1100. То есть, ну, в принципе, реально накопить, ребят. Ну, если честно, ну, окожница я, может быть, еще себе взял бы, да, уникальный шлем. Ну, я даже не знаю, сколько у него слотов. Как бы бесполезно, я думаю. Так, давайте-ка мы, ребят, посмотрим, что нам достанется из сундучка. Причем я сегодня хочу полностью себе забить, а для этого мне придется поспринговаться. Так, ничего хорошего. Ну, давайте смотреть бонусную. Ну и что же вы мне дадите? Понятно все. Редкая Гуаньдао. Хорошо, продолжаем. У меня, кстати, ребята, еще есть бесплатные карты. В принципе, давайте, наверное, их посмотрим, что нам здесь достанется. Так, крестьянский доспех, 70 голды, опять карта. Давайте смотреть. И на этот раз нам достается... О, эпический спецприем для Гуаньдао, в принципе, неплохо. Ладно, ребята, у нас еще есть одна бесплатная карта, надо обязательно посмотреть ее. Так, понятно, Шуангоу. Монеты и опять карта. Будем смотреть. Так, что нам достается? Повязка, обычный шлем. И все, что ли? Эх, жиденько, ребята, жиденько. Так, ну что, я вот не знаю. У нас есть два варианта, ребят. Либо задание ежедневное делать, либо пойти на арену. Давайте, наверное, сделаем все-таки задание для начала, да? У нас бой на очки. Это мой любимый бой. То есть, кто больше наберет очков, тот и победил. Ну, а нам достается с вами... Воу-воу-воу-воу-воу. Чувак с булавами. Я думаю, мы его сейчас порвем. Так. Оу, я уже веду счет, ребята. 4-2 в мою пользу. Так-так-так, тихо-тихо, не надо. Неповоротливая черепашка. Так, 7-3. Нормуль, 8-3. Ага, хочет отбить очки. Ну, почти, почти, ребята. Так, 9-5. Так, все, последние секунды. Мне уже даже не надо воевать, ребята. Он проиграл. Пока. Пурист. Эх, пурист, пурист. Так, ну что, в принципе, первый бой мы с вами закончили. Ну, и что же мне дадут? Ну, понятно здесь. Так, редкий спецприем для когтей. Это хорошо. Так, ну, маска нафиг не нужна. И Нагината тоже мне не нужна. Опять карта. Ну и что же мне подкинут? Как обычно, обычный шлем-повязка. Ух ты, 693. Даже круче, чем у меня одета, ребят. Но я не буду менять, потому что у меня эпическая. Там, извините меня, три слота под скиллы, под перки. Так что нифига. Так, задание у нас звучит, чтобы я должен победить двойника в теневухе. Причем, ребят, прикиньте, своего двойника в теневой форме. Не слишком ли жирно, блин, двойник? Так, поехали. Так, началось неплохо. Да ты чё, блин? Ты два удара мне сделал, уже все хп отнял. Да ладно, нафиг. Хорошо, хоть не делает эти теневые удары, ё-моё. Блин, накаркал. Так, 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 так. Чпок. Все, ребят, я отдыхаю. Слушай, ну это как-то борзо, я считаю. Так, ладно, давайте второй раунд.
Если я здесь проиграю, я пойду лучше на спарринг за рангом. Так, тихо. Опа. Что-то как-то у меня не ахти удара. У него намного сильнее. Вы посмотрите, да вы... Че, оружие вывел мне гад, а? Ё-просыте. Нет, ладно, ребят, давайте мы это, наверное, отложим немножко в сторону, да? Этот бой. И пойдем, наверное, с вами поспарингуемся. Почему я называю поспарингуемся, когда это дуэль? Ну, подуэлимся. Так. Нам как раз нужно, ребята, три сундучка набить. Три дуэли. Хе-хе. Поехали. Да, врагов мне дают, конечно, ёлки-палки. В разы сильнее меня. Ну, как говорится, не будем отступать. Годнес против меня. Ага. Так. Понятно. Самое главное определить урон. Ёпарасеты, это чё? Это что такое было сейчас у меня? Все, я понял, ребят. Здесь уже я проиграл, потому что... Да вы посмотрите, как этот годнес мне дамажит. И как я наношу ему урон. Офигеть. Да, видимо, заточил он себе вот эту сабельку. Или копье, я даже не знаю, как это называется правильно. Ну, нереально, нереально мне здесь победить. Это все и понятно было. Ну, фиг с ним. Раунд 2. Получится, мне интересно, загнуть ее или нет. Или его. Неважно, короче, этого персонажа. Ага. В теневуху он вошел, ребят. Сразу хотел мне теневым прописать, но... Да-да-да-да-да-да-да. Вот, когда зажимаешь... Так, хочет выпрыгнуть. Не тут-то было. Так. Нет, все равно, ребята, очень маленький у меня урон. По сравнению с его... Так, что-то там... Ага. Если только как-то защищаться и из-под тишка бить. Ну, как вариант, сгодится же, да? Ай-яй-яй. Так. Слушайте, ну в этом раунде я, наверное, смогу надрать задницу ему, этому годносу. Ну? Так, надо подловить просто-напросто. А-тя-тя, попался. Ух, ну что же, 1-1. Пока ничья у нас. Давайте посмотрим, что у нас покажет третий раунд. Ну, если я хотя бы разок ошибусь, ребят, все, это будет критично для меня. Так, понял. Чё, кто же блокирует, а? Блокирует. Оу, нет. Нет. Да ладно тебе, с удара. С удара почти всю хп сняла. Снял, точнее. Жесть. Да, я проиграл, ребята. И у меня 16 очков отняли. Но в любом случае я не собираюсь сдаваться. Мне нужно все равно забить пустые ячейки тремя сундуками. И кто мне достанется? Бионик Шилд. Понятно. Блин, опять он меня превосходит, а? Вы посмотрите, меня оппонент превосходит. Ё-моё, почти как я с таким же оружием, гад. Ать. Ну, это вроде бы должен быть нормуль. Так, ты... Ах, ты посмотри. Да что ж так... Ты смотри, какой он шустрый-то, а? Прям такой резвенький, а? Так, ладно. Будем пробовать, ребята. Ага. Так, Оу, я так и думал. Блин, да что ж ты... Ну, против этого удара я ничего не мог бы сделать. Никакой блок бы не помог бы. Слушайте, по хпшкам-то, по-моему, большой перевес. Все, отдуплился я. Черт бы, побрал его, а. Так, ладно. Фиг с ним, собрались, ребята. Собрались и разобрались. У нас второй раунд. Черт подери. Ведет он себя крайне агрессивно, практически не давая мне шансов никаких. Так, хорошо, я его пробил. Опа. Так, ребят, пока в теневухе, надо использовать этот шанс.
Нормуль. Пока хорошо идет все. Так, он оклемался. Ага. Черт, бросок гад сделал. Ну-ка. Слушайте, по-моему, будет... Победа моя, наверное, должна быть, по идее. Ну как победа? Вот в этом раунде. А мы же дальше посмотрим. Я ли он? Да ладно! Все, он сам попался, ребят. Но у него преимущество, понимаете? У него накопился теневой удар. И это очень плохо, потому что... Сейчас он может затащить. Затащить этот бой только лишь из-за того, что уйдет в тень. Смотрите, он сразу уходит в тень, ребята. Сразу же. Тогда не будем давать ему спуску. Но. Ага, выпрыгивает. Ай-яй-яй. Тихо. Рейчик, не спеши, не спеши. Отлично, хорошо получилось. Ну, думаю, что порвем, да, ребята? Отлично, отлично у нас получилось. Мы его порвали. Бионик Шилд, пока. И заодно тебе привет, если ты смотришь это видео. Так, у нас награда. И, по идее, сейчас должна быть карточка. Опять смотреть Рик... А, нет, ребят, тут же сундуки. Что-то я совсем попутал уже. Так, ну что, наверное, начнем сразу же следующую дуэльку, да? Как говорится, по горячим следам. Димон, 555. Опять же превосходит меня, ё-моё, блин, по рейту. Что за Димон? Ёлки ты палки, ребят, я ненавижу мечников, сразу вам скажу. Так, да и дамаг он получает от меня очень маленький. Сколько мне его придется колбасить? А я чувствую, сейчас он меня пригреет разочек, и мало мне не покажется. Ну, в принципе, я уже понял, ощутил его силу, также его защиту. Черт, оу, воу-воу-воу, в теневуху ушел. Надо темнить, ребята. О, меч потерял, хорошо, хотя без меча он тоже силен. Так, что тут делаешь, а? Димон, успокойся. Ну, осталось только добить, ребята, его. Есть. Первая победа за нами. Ну, это еще ни о чем не говорит. Согласитесь. Так, раунд 2 у нас. Если у него с мечом так комбинация ударов, про которую я думаю, то шансов у меня нет, поверьте мне, ребят. Просто он почему-то ее пока не делает. Ёпрасоте, да... Чё? Охренеть, разрубил называется, ребят. Просто разрубил. Пополам, блин. И все хп снял одним ударом, почти. Так, решающий раунд. Слушайте, такое ощущение, что у него вообще нету комбинации на этом мече. Или просто терпит. Сейчас в теневуху, да. Я так и думал, что он уйдет в теневуху, ребят. Так, ладно, не будем давать спуску. Так, и давайте его здесь, наверное, зажимать, ребят. Чтобы он... Ага, вырвался все-таки, гаденыш. Ай, перебил. Блин, мне главное, чтобы он упал. Вот, отлично. Так, давайте еще вот так звезданем. И теперь контрим его, контрим по полной программе. У меня есть теневой удар, ребята, если что, я сейчас его использую. А мне он не понадобился. Хо-хоу! Ух, да, редко я, конечно, мечников убиваю, но, как видите, с Димоном я справился. Так, наградочку, дайте мне сундучок. Так, плюс 17 очей. Блин, обычный сундук дали. Ну что же, мне еще один осталось набить. Так что давайте продолжать. Блин, потом еще надо как-то мне пройти своего двойника в теневухе. Ума пока не приложу, как это будет все выглядеть. Но надо сделать, обязательно. Так, кто? Опачки, давненько, давненько я сабельщиков не видел. Честно вам скажу, ребят. Ну, по крайней мере, дамаг я такой солидный наношу. Сами вы это прекрасно видите. Есть даже шанс, что я разберу. Так, все, пол хп отнял уже.
Наверное, пора уже и... Ай-яй-яй! Тихо. Никогда не надо радоваться раньше времени, потому что все может повернуться в одночасье. Ну, давай, Рейд, добиваем ее. Да ладно! О, фу, фу. Ну что же, первая победа за мной. Это уже хороший знак. По крайней мере, у меня есть преимущество. Ну давай, вставай. Поехали, у нас второй раунд с тобой. Размялись, как говорится. Прощупали друга, а теперь понеслась. Тут главное ухо держать востро. Ребят, не расслабляться. Да что ты делаешь? Давай, вот. Молодец. Так, у нас есть теневой удар. Ребята, я не знаю, давайте, наверное, его используем сейчас. Так, погоди-ка. Вот так вот, подсечку, пора. Ну? Пробьем, нет? Ха-ха, пробили. Ух ты! Ну, все. Да ладно тебе, блин, что ты творишь-то? Чудище. Все, ребят, моя победа. Моя победа. Так, я по рейтингу, по-моему, подрос, да? Так, 280. Какой 280? 354 голды получил. И я уже за 2000. О, ну наконец-то мне дали редкий сундук. Вот это уже что-то. Ну, вроде бы как и все. Да, ребят, давайте еще раз глянем на этот уникальный сет. Ну, если честно сказать, он идет на любителя. Мне, в принципе, он нафиг не нужен. Так что я не буду ни тратиться, даже стараться не буду, чтобы его себе получить. Так, вот вам расценочки на кристаллы. Так, ладно, ребята, у нас, кстати, с вами осталось одно незавершенное дело. Это бой с двойником, так что поехали. Приступим. Ух! Блин, хуже нету, когда дерешься с двойником. А тем более, когда он еще в теневой форме. Так, ладно тебе, гаденыш, блин. Ага. Черт бы его побрал. Так. О, неплохо, ребята, идем. Пока хорошо. Главное сейчас не лопухнуться, и мы его сделаем. Ну! Ай, подрезал, гаденыш, успел. Так, ну еще не хватало мне здесь проиграть. Есть. Первый раунд за нами, ребят. Ух. Теперь бы так бы сыграть второй раунд, и все будет у нас на мази. Ну давай, 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 давай. Шустрее, шустрее. Время, время, время. Цигель, цигель, элюлю. Понеслась. Оу, резко начал. Ёпрос, да ладно тебе. Что-то рьяно раздухарился он. Ё-моё. Все, ребят, по-моему, мне кранты. У меня здесь мало очень жизней. Ну, я, конечно, попробую. Шанс-то все-таки есть. Ха-ха-ха. Круто я его сейчас наколол. Ну, прыгай, прыгай. Ё-моё, я думал, сейчас как звезданет мне. Ну, добивочный. Есть. Ух. Фартануло нам. Ну что же, ребята, вот мы, в принципе, ежедневочку-то и сделали. Причем все. Но знаете, что я хочу? Я хочу сейчас вскрыть, наверное, сундук. Так, что у нас тут? Маска Мстителя. Так, редкий шлем, понятно. Изящная Нагината. Стальные Саи. И, как всегда, реклама, да? Понятно. Ну и что же мне дадут на этот раз? Опять крестьянский доспех. Втюхивают всякое фуфло, блин. Ладно, ребята. Так, давайте, наверное, мы все-таки с вами откроем один сундучок вот этот за 11... кристаллов. Что нам здесь выпадет? Расшитый костюм. Опять доспех, так, деньги и опять реклама. И достается мне деревянный посох. Понятно. Ну, так как ячейка, ребята, у нас освободилась, я думаю, что надо ее заполнить. А для этого надо начать дуэль. Ну и, естественно, выиграть на ней. Так, ну что, в принципе, не настолько он и велик. Не настолько он силен, чем я. Но, тем не менее, не будем расслабляться. Воу, опять с саблями. Хорошо, черт подери. Сразу чую, что будет очень хреновенько. Да ладно тебе. Ёпрос.
Так, понеслась, ребята. Блин, очень мало отнимаю у него. Вообще ничтожно мало. Даже бросок нифига не отнимает. Да, будет очень плохо. Так, нужно разработать, ребята, стратегию. Да, времени у меня не так много, чтобы ее тут разрабатывать. Давайте. Давайте. Не будем мы уже ничего делать, потому что меня уже заколбасили, ребят. Ну, я скажу одно, что он мощный. Так что у меня такой вариант есть, ребята, стоять в защите. В общем, давайте пробовать такой вариант. Так. Ага, попался. Да ладно, как он мне мог блок-то пробить? Я не пойму. Вот так вот. Полежи, подумай, блин, над своим поведением. Так, 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 тихо. Вот так вот. Кстати, я понял, как с ним бороться, ребят, надо. Он любит свои вертушки, а это очень хорошо для меня. Я его сейчас буду бросками долбить, ребят. Ну, если, конечно, это будет получать. Так, тихо. Разбуянился. Ну-ка, опа. Получи-ка. А теперь бросочек, ребят. В принципе, пока все работает. Если так... О, тихо-тихо. Теневые мне нафиг не нужны твои здесь. Получил свою, гаденыш. Ага, мимо. В общем, ребят, даже тут дело не в бросках, а лучше всего отходить от прямых ударов. И, в принципе, он наш. Ай-яй-яй, да ладно тебе. Нет-нет-нет, это не может быть такого, ребят. Я должен здесь победить. Опа, и добивочный. Нет, не добили еще. Давай-давай-давай-давай, вот так вот. Опа. Великолепно. Ух, сравняли счет, это хорошо. Ну что же, главное не подкачать. В общем, вы поняли, да? Сейчас он будет меня атаковать, я буду отпрыгивать и уже потом контратаковать. Так, ну здесь мы сразу его перехватываем. Промахнулись. А вот здесь лучше нафиг отходить, отходить, ребята. Так, отходим, отходим. О, хорошо-то прыгнул. Блин, блоки был. Ну вы поняли, да, короче? Смотрите, оп. Смотри, что он тут. Оп-оп. Ай! Сам я тут лопухнулся, конечно. Ага, не тут-то было. Ну давай, прыгай. Получил? Тихо. Ух, тут немножко осталось, ребят. У него дурацкие какие-то удары, если честно, в теневой форме. Никчемный, я бы даже сказал бы. Ага. Что ты там выкаблучиваешься? Да, я, конечно, понимаю, что ты в блоке стоишь, но я тебя раскусил. Я думаю, что он наш, ребят. Победа будет за нами. Опа. Так, еще буквально два удара ему и крышка. Так, комбинация прошла. Вторая. И добивочный. Есть. Вот, в принципе, и все, что и требовалось доказать. Фух. Моя совесть чиста перед этой игрой. Ну что ж, ребята, в принципе, все, что я хотел на сегодня и планировал, я сделал. Не стал я, конечно, проходить этот ивент. Ну, на самом деле, мне этот сет не нужен. Если вам так хочется, вы можете попробовать его заработать себе. Может быть, он вам когда-то и пригодится. Мне пока устраивает и то, что надето сейчас на мне. Так что, ребятушки, ждем, естественно, обновления. Обновление этой игры я обязательно буду проходить. Так что, если кому-то интересно, подписывайтесь. Будете ждать. И если кто узнает, что она уже вышла, а я прозевал, вы мне обязательно об этом сообщите. Ну, а на этом я буду завершать свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. С вами был Рэй. Увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом все. Всем пока и до скорых встреч, ребята. Удачи вам. We'll be right back.